Дети, занимаясь спортом, достигая больших высот, поднимают для себя самооценку. Они становятся уважаемыми детьми среди своих сверстников. Мы на тренировках учим детей здоровому образу жизни, слушаться старших, развивать не только физические способности, но и умственные способности. Конечно, спортзал отучает от улицы, от всяких плохих направлений. И терроризм, и наркомания, и там алкоголизм. Это все... Спорт, он ребенка занимает, и ребенок в здоровом образе жизни ведет свою жизнь. Тот характер, который они закаляют в спортзале, он в дальнейшем помогает ребятам реализовать себя в дальнейшей деятельности, то ли в бизнесе, политике, не имеет значения, даже в отношении с семьей. Это очень закаляет характер. Такие качества, как терпение, оно делает человека добрым, внимательным к окружающим людям. Поэтому... Спорт, он очень хорошо полезен для подрастающего поколения. Занимайтесь спортом.